Доброе утро. Доброе утро. Мы в каше. Проснулись. Ночь была такая, так себе. Машины гоняли. Как тебе, Лен? Ну, кондиционер включать не хотелось. Номер очень маленький и душно было. Я открою окно, какой-нибудь кто-то пронесется такой с грохотом. Я такая закрою окно. Ну, в общем, раза три ночи я вставала, открывала, закрывала, потом в конце концов решила, что все-таки нужно его закрыть, потому что очень шумно. Я не знаю, почему в таком маленьком городишке, причем гостей, ну вот вы сейчас видите, да, почему в таком маленьком городишке вроде бы и гостиницы-то, я не скажу, что они все заполнены, они, по-моему, все пустые, ну, как бы номера пустые. Ну, обычно видно людей, да, по полотенцам, что вот люди есть, там свет горит в окне. Ну, такое чувство, что народу мало, но шумно. Я не представляю, когда тут сезон в сезон, то есть, ну, тут, конечно, надо закрывать плотно окна и только с кондиционером, потому что здесь вечернее солнце нагревает вот здание, и здесь жарко. Вот, ну, с утра хорошо. Ну да, машины проезжают, они постоянно, вот проезжает машина, постоянно ее слышишь, она прям под окном проезжает. А еще голуби, задолбали голуби, вот эти дикие голуби. Это вообще машины, просто. Вот смотрите, да, вот сейчас ранее, ну как бы утро, да, еще, ну 8 часов утра, да. Вот машины проезжают, чувствуете, как шумно, прям, ну, слышно, да. А когда ты ночью спишь, и вот эта машина проезжает, такое чувство, что тут, я не знаю, грузовик проехал, вот по ощущениям. А вообще ощущения хорошие. А вообще... Не выспались, будем притормаживать, ну ничего, сейчас пойдем завтракать. Нет, вообще, конечно, хорошо. Вообще, классно здесь. Очень красиво и все. Красивый город, мне тоже очень понравился. У нас сегодня брекфаст. Лена, бери тарелочки. Покажем, что здесь включено, что выключено. Ну что, яички, сыр, салатики, зелень, оливочки. Лена уже потихонечку накладывает. Я сейчас покажу, что здесь есть. Здесь есть яички, сыра несколько видов, салаты тоже несколько видов, зелени очень много. Сыр, яички, колбаска, оливки. Здесь уже пошел сладкий стол. Здесь разные слады, здесь хлебушек, здесь запеканка, тут какие-то печенюшки и сладкий стол. И там чай и кофе, я так понимаю, вот здесь горячая вода, можно сделать себе чай. Ну, в принципе, завтрак, я думаю, вполне нормальный. Как ты считаешь, Лен? Да. У нас прекрасный вид на Каше, на остров Мейс. Вот такой завтрак, смотрите, довольно-таки все прилично. Яички у нас тут, зелень, оливочки, сыр разный. Даже сладости есть, кофе, чай. Все как положено. Набрали сразу все. Я взял, чтобы все попробовать. Лена даже постеснялась что-то взять салатики. Я взял разные салаты, разные сыры. Сыры я все люблю, поэтому я их съем, это точно, однозначно. Ну, ничего такого особенного я не набрал. Взял яичко, взял сыр и даже вот взял вот такие вот вкусняшки, которые тоже нужно попробовать. У тебя тарелка такая цветная получилась? Как-то. Вот у меня цветная тарелка получилась, а у Лены не цветная. Ну, тоже цветная, но как-то скромней. Растворимый. Мы, конечно, привыкли пить нормальный кофе, заварной. Ну, иногда можно и растворимый, маленькая, конечно, кружечка. А я привык такими ведрами пить, вот раз в 3-4 больше, чем это. Ну, сбегаешь 3-4 раза. Сбегаю 3-4 раза, придется, делать ничего. Запеканочка вкусная, но я ее еще сдобрил колбаской, сыриком. Вообще получился классный бутербродик у меня такой, вкусненький. Салатики, кстати, мне понравились. Я не знаю, почему Лена не взяла себе вот этот неплохой салат. Но здесь сыр такой немножко суховатый, такой прям, он мелкий, но... Такой сухой, как будто бы. А вот этот морковный салат, так вообще классный. Так что, Лена, иди возьми себе салатик. А что возьму, попробуем. Лена говорит, ей вот такой вот сыр понравился. Сейчас буду тоже пробовать. Вкусный он, да? Ну, его хорошо размазать вот так на семитике. Он мягкий. Это плавленый сырочек. Вкусный. Очень такой сливочный. Народ потихонечку прибавляется. Но у нас, мне так кажется, что кроме нас, вот, у нас два номера. И, по-моему, еще в гостинице 2 или 3.
То есть 5 номеров это максимально, которые заняты, все остальные пустые. Вот. Вон он сидит, видите, на дереве. Вот это он нам мешал спать всю ночь. Может быть, не он именно. Потому что тут их очень много таких голубков. Кто прилетел? Дай ему хлебушка. Привет, хлебушка. Малыш. Дай ты ему пришел? Хлебушка. Да. На завтрак пришел. Прикольно. И сделал наш день. Надо же такой, прилетел, попросил, получил. И довольный полетел. Классно. Где он еще хочет? Складывает там хлебушка. Потому что там был кто-то еще. Может быть, кто-то еще захочет. Так прикольно. Воробушек прилетел, попросил хлебушка. Здорово. Вообще. Такой милый. Я буду сейчас плюшками баловаться. А Лена не ест варенье, оказывается. Нет, я просто заинтересовалась, потому что я не знаю, что вот это, например. Смотри, это, по-моему, зеленый инжир. Это инжир, точно инжир. А, это вот, по-моему, то ли персик, то ли абрикос. Вот тут вот что-то квадратненькое такое нарезанное, я тоже не знаю. Это, ну, явно клубника. Ну, просто я хочу попробовать. А давай ты все попробуешь и расскажешь, что это такое. Нужно, ну, это, скорее всего, абрикос. Я-то сейчас скажу. 100% да. Абрикос. Угу. Да? Вот это я не знаю. Это очень что-то жесткое такое. Это айва, скорее всего, или? Может быть, я не знаю. Попробуешь? Это варенье из апельсиновых корок. Серьезно, это апельсин? Ой, как вкусно. А что это такое? Почему такой толстый? Это шкурка. Прям шкурка. Это, да? Прям вот шкурка, видишь? Шкурка апельсина. Угу. Прикольно, я тоже буду пробовать. Так, пробуй дальше. Так, это... Вот это похоже на айву. Айва, да? Угу. Так, ну вот это... Ну, это, наверное, челек. Что это такое? Клубника. Клубника? Угу. Ты уже по-турецки знаешь? Да. Ух, какая! Вот это а точно вот инжир. Это инжир. Сейчас я его попробую. Нет, он не цен... инжир это. А что это? А я не знаю, это не инжир. Похоже на инжир. Что это? Что-то вкусное. Похоже очень на инжир. Что, не знаю. Или это все-таки зеленый инжир? Я не знаю. А косточек-то нету внутри? Нету, и он такой мясистый внутри. А, кстати, вкусные все, варенье-то. То есть вот зеленое, ты не догадалась, что это такое? Я не догадалась, да. По виду на инжир похоже, но внутри нет косточек, да? Но больше всего мне понравилось вот это вот апельсиновое, потому что оно такое прям освежающее. Такое, ой, как приятно. О, смотрите, азан. Вот. С такими видами сейчас сидишь, завтракаешь. Вообще супер. А ты чувствуешь, что азан совсем другой, ну, вообще другой человек поет? Всегда разные. Всегда, ну, конечно, разные. Люди разные поют. И вот, ну, просто сразу так романтично, ты сразу понимаешь, где ты находишься. Ты вот слышишь азан, и будешь с такими видами. И такое умиротворение, вкусный завтрак со вкусными вареньями. Это я худею так. Ну ничего, похудею. Нет, ну я не то чтобы худею, я не худею. Конечно же, я просто стараюсь сладкого не есть, но иногда, а это довольно часто случается, всякие соблазны. И я от своей слабости все-таки брала варенье всяких разных. Хотя Олег мне не говорил, что хочешь плюшки? Я такая, не-не-не, никаких плюшек. Пошла туда за кофейком и вот вернулась. Вот так вот. Да. На воробушка насмотрелась. Ага. Да, это он тебе настроение подбавил. Да. И аппетита тоже. Кушай на здоровье, золотая. А я буду пробовать свои плюшечки. Я сейчас попробую. Я уже все попробовал, сейчас просто расскажу вам. Кекс очень вкусный, в нем очень много томата, он очень вкусненький. Я уже все попробовал, видите, все понадкусное. Вот эта вот печенюшка, она из песочного теста. Очень приятно пахнет ванилином. Вообще прям рассыпается во рту. Вот это немножко по чуть-чуть потверже. Она тоже из песочного теста.
но здесь с добавлением шоколада. Очень тоже вкусно. В общем, все очень вкусно. Не знаю, мне как будто сладости давно не ел. А Лена там уплетает варенишко. И чё? Ну, молодец. Варенье я все попробовал. Но вот это зеленое, которое сейчас вот ем, мы так и не догадались, что это такое. Мы думали, что это инжир. Может быть, это молодой инжир, но там тоже должны быть косточки. Но вот как будто бы без косточек. А вид инжира, а вкус совершенно не инжира. Я даже не знаю, от чего это вкус. Но, в общем, мы так и не поняли, не распробовали, из чего вот это зеленое. Но мне все остальное больше всего понравился из апельсиновых корочек варенье. Оно просто необычное, поэтому мне понравилось. Классно. Завтрак был зачетненький, очень даже все понравилось, все вкусненько. И даже не хочется отсюда уходить, потому что здесь такой классный вид, обдувает ветерком, свежий воздух, такой, такой прекрасный вид, и не хочется уходить. Но нам надо ехать дальше к новым приключениям. Сидим с такими прекрасными видами, уходить отсюда совершенно не хочется. Завтрак был зачетный. Понравилось тебе? У нас ждут дальше приключения, так что мы сейчас идем в домер, собираемся и выдвигаемся дальше. А вы с нами? А как тебе этот номер? Понравился? Что понравилось, что здесь свеженький ремонт, все чистенькое, все новенькое. Что не понравилось, это то, что он очень маленький, и то, что когда кондиционер не хочется включать, открываешь окна, тогда шумно. А так, кстати, очень приличный санузел, вообще все идеально. Ну, то есть ремонтик сделан, свеженько, можно. Если судить о цене, которая, в общем-то, небольшая, то вполне себе норм. Очень даже неплохо. Все свежее, чистое, новенькое. Да, мне тоже понравился, так что, 4,5 звезды точно из 5. Хотя это двойка. Нет, надо понимать о том, как, за что, смотря сколько ты платишь. То есть, если это дешево, то для, скажем, сегмента такого дешевого, это очень даже неплохо. Да, вполне. Так что, если захотите, это не реклама этого отеля, но если захотите, вы найдете всегда локацию в описании под видео. И я сейчас сниму, как он называется, и номер телефона тоже будет видно. Дешево и сердито. Все, уходим. Уже здесь как раз порывался показать. Смотрите, вот эти вот бутылки деревянные. Как вы думаете, это реально вот раньше была такая посуда или нет? Но мне кажется, что да. Посмотрите, выдолбленные. Смотрите, точно. Это реальные бутылки. Может быть, кто-то когда-то здесь хранил вино. Знаете, смотрите, здесь на ресепшн. Смотрите, какой грюндик. Вот это прямо мебель. Класс. Когда-то делали такую мебель. Такое вот радио красивое. А Лена тут все еще никак не может отойти. Да нет, что я не могу отойти? Мне камера интересна. Лене понравилась камера. Видеокамера, смотрите. Прямо. Прям запала на камеру. Хочет такую камеру. Мне просто интересно, да? Вроде недавно совсем все было, да? Да. Уже такой раритет. Отельчик. И вот сейчас покажу вам номер телефона. Можете сразу заходить на сайт, звонить. Нам понравилось, поэтому и вам тоже рекомендую. Сейчас заехали на общественный пляж искупаться перед дальней дорогой. А может быть, не очень дальней, но мы собираемся прокатиться еще сегодня. Куда будем ехать, вам обязательно расскажем и покажем. Какая чистая водичка на этом пляже. Рыбки плавают, вон они, я уже вижу. Сейчас одену аквабокс и сделаю для вас подводные съемки. Жарко, еще раннее утро. Ну как раннее, сейчас часов 10, наверное, утра. А жарень уже как будто 12 все. Ой, уже хочется искупнуться, сейчас пойду.
пляж классный, зачетный. Переодевалка есть, душевые есть. И сам пляж очень хороший. Очень понравилось. И душевые есть, и кабинки для переодевания очень удобные есть. Вообще все очень хорошо. Мне очень понравилось. Тихо, спокойно, народу немного. Хочешь на лежаках, хочешь на белых камушках можно полежать. Хочешь на травке в парке. Вообще отлично. И парковка большая. Ну все, все, все для людей. И водичка чистая, да. Классно. И следующая остановка у нас пляж Капотаж. Мы там еще никогда не были. А вы были? Скоро будем.